30 лет назад. Последний раз, когда я держал автомат Калашникова, 30 лет ровно назад. Сейчас проверю, посмотрим, смогу ли я справиться, разобрать автомат спустя 30 лет. Руки должны помнить. Первый, по-моему. Пенал, пенал. У меня все время в армии палец застревал. Вот, вспомнил. А, я помню! Дульный тормоз-компенсатор, у меня его не было, у меня был простой АКМ. Это АК-74. Автомат в мире. 30 лет спустя я его разобрал. Круто! Попробую собрать теперь. Должен вспомнить. Так, сперва у нас... А, вот. Так. Газоотводный труб, по-моему, да? Газоотводный труб, я вспомнил. Так. Дальше. По-моему, этот. Правильно? Так. Пружина возвратная. Я даже название вспоминаю. Вообще-то я должен сейчас работать, но я уже все снял. Забыл собрать. Ну что, команда? Ну это же не сложно. А! Калашников, лучший автомат в мире. Спустя 30 лет я все вспомнил. Служите в армии, это полезно. И это важно.